Я так посмотрю, вам антёрный ТРП неплохо зашел, поэтому давайте посмотрим, что творится на милитари серваках. А, кстати, этот ролик, как и другие, был сделан в виде нарезки со стримов. В общем, залетай туда по ссылке в описании, а теперь погнали смотреть видос. Я как понял, это так и нужно, да? О, давайте я с вами сяду. Можно с вами? Там по росту ты не проходишь. Ты не проходишь по росту, я туда прохожу. Третье лицо как включить? Как третье лицо включить, блядь? Как включить третье лицо, блядь? Стой нахуй. А, не наебешь. Русская. Ебать! Куда мы едем вообще? Куда ехать? Уступи дорогу, блядь, я тебя моргаю, нахуй! Ты заебал плестись в этом ряду, блядь! Да, тут прям как в Гаррис Моде, РП особо и не пахнет, но зато достаточно весело. Не хватает, правда, Дарк РП гидроцефалов с даблбарреллом, а так все окей. Но я знаю еще одно место, где можно повеселиться в РП режиме, и это Amazing Online. Это бесплатная ролевая онлайн игра с открытым миром и безграничными возможностями. Мне принтер можно поставить? Нет, нельзя. Зато тут есть широкий спектр отечественных и зарубежных автомобилей, которые можно прокачать как твоей душе угодно. Проводи уютные вечера в компании друзей и подруг. Интуитивно понятный интерфейс и нестандартные работы, если ты даже новичок или же прошаренный, не дадут вам заскучать или же потеряться на серваке. Здесь каждый может найти занятие по душе. Стань героем этого города или следи за порядком граждан. Участвуй и побеждай в глобальных мероприятиях с крутыми призами. Ну а если ты хочешь быть по ту сторону закона, покори вершины криминального мира и заслужи авторитет. И да, все, что я рассказал, это лишь малая часть того, что есть на самом деле. Заходи в описание и играй вместе со мной. А по моему промокоду Скрипач тебя ждет отличный бонус. До встречи в Amazing Online. Блядь! Ты что делаешь, ты сука? Ну, меня в итоге никто не спас, а просто залутали свои и сели, поехали дальше. Следовательный дрон сейчас ищет нас. Машина поломалась, мы застряли тут. Конец связи. Возрождай меня, блядь! Иду. А на меня всем похуй, да? Меня свои же захуярили. Ну, а я видел это, блядь. Это просто кринж. Ничего, я сейчас догоню. Короче. Наша последняя гонка, подожди. Хочешь гранату дам, в зубах понесешь. У меня как раз с прикусом проблемы. Может, ты вырву чеку, блядь. Смотри, только если получишь этот роль пилота, давай, не моргай этому сзади танку, когда будешь ехать. Ну да, это главное. А как он, как мне ему в рацию сказать? Вот мне интересно, подожди, как мне в рацию ему сказать, что это я? А нахуй я их тогда слышу? Рацию, она мне нахер не нужна все равно. А вот чтобы было для баланса вселенной. Вообще видел, мы играем за русских, я негр. Осуждаю, сука, блядь. Держи рацию. Осуждаю нахуй. Пацаны, которые на Углеводске, вы, короче, меня по карте видите, нет? Да, вижу. Прямо пройди. Все увидел. Чуть-чуть левее, на 3 будет там как раз-таки человек стоять. Алло, видишь, нет, спрашиваю. Прием. Ты ж, походу, связь потерял. Прием, нет, не вижу. Подъехал человек с пулеметом на машине, не увидел. Огонь на поражение. Был убит. Убили его? Да. Все, молодец. Как обстановка, прием? Прием, меня слышно. Прием слышно. Находимся втроем, держим оборону здания. Кто? Я передаю вам то, что у вас один из человек, кто из вас троих не свой. Переодетый, ряженый. Вычислил. Прием. То бишь, я сейчас приехал на Углеводск, или как он там называется, и меня просто враги пизданули. Я говорил из Углеводска уезжать, ты чем меня слушаешь вообще, вот неинтересно. Сказано было с ребятами, с этими тремя остаться и вычислить, кто из них переодетый. Это фиаско, братан. Прием, где вы находитесь, место, точку, город, скажите населенный пункт, я сейчас дождусь машину и приеду. Я где? Да, где ты? А что такое? Приеду, помогу вам. А вы кто? Вдова позывной. Небо, ты? Да. Я тебе говорю, точку, населенный пункт, скажи координаты. Прием, ты не слышишь, что тебе говорят? Прием, рация упала, слышу. Населенный пункт, координаты скажите. Выехали с Углеводска.
Обратно на базу вернитесь, зацепите меня. Как слышишь, прием, говорю. Зацепите меня, обратно вернитесь. Слышу. Все, мы к вам выезжаем. Сейчас, подожди, такси еще не приехало. Сидите там. Вы что же за русских играете, парни? В смысле? Вы за РФ играете? Нет, в смысле, тебе какая разница? Вы за ВСРФ играете? Нет, вот говорю. А ты за кого? Все, все правильно, да, парни. Честно, испугался, думал, вы за ВСРФ. Мы сейчас в Углеводске находимся. Подъехала машина с русским солдатом. А вот так, штаб запрашивал артобстрел Углеводска. Блять, да потому что, сука, я не понимаю, блять, ко мне едут и свои, сука, и чужие, нахуй. Как рацию снова выбрать? Да. Что да, блять, как рацию выбрать? Держим оборону втроем. Требуется эвакуация с Углеводска. Я надел Bluetooth. Скажите, пожалуйста, кто выехал с базы НАТО в Углеводск? Прием, ты слышишь меня, нет? Прием, повторяю, кто меня слышит? Блять, как рацию взять, я, сука, проебал ее куда-то. Прием, ты слышишь меня? Нет, прием. Один человек приехал эвакуировать нас, он был убит. Отлично. Молодцы. Это был как раз таки предатель. Я не мог вам сказать, потому что помехи были. Сидим, ждет, ведется огонь, минус один. Нашего потеряли. Обыскать. Блять, Ярик водила, у меня рация по пизде пошла, ты сука. Теперь сидим в Углеводске, ждем его. Требовал эвакуации. Где мы, блядь, вообще? Русские наступают, да, происходят бомбардировки. 79-го училища, прощай. Чего ты говоришь? Русские наступают? На что наступают? Я тебе больше скажу, парень, мы сейчас наступим, ты обсеришься нахуй. Закрой ебало там с того конца рации, мы сейчас наступим на тебя. Давай наступи, размера мало будет. У меня 53-й размер ноги, иди нахуй. Ебать ты, мама. Вы выехали? Выкинули свои. До сих пор ждем эвакуации на Углеводске. Ждите. Ожидайте. Скоро подъедем. Приезжало две разведывательные группы, в итоге они были уничтожены. Отлично. А чьи группы приехали? Наши, не наши? По Углеводску работают минометами. Прием, это я устроил, терпите. Это вы? Да, я. Это мне сейчас говорит НАТО, прием? Нет. Заплатить. На данный момент... Бля, парни, честно, с НАТО, помогите кто-нибудь, блядь, мы застряли, по нам ебашат. Прием, мы готовы оказать вам первую помощь, но не сегодня. Так ты из НАТО или откуда? Не знаю, можем ли мы вам помочь как-то физически, но морально, я думаю... Я из НАТО, братан. А чё, почему ты оттуда? Позывной Середа, позывной Вингента. Так, я Чижик, среди вас один из предателей находится. Мне кажется, это наоборот. Вычислить. Интересно, почему ты в городе работал миномет на очередь? Садись. Ага, давай. Блять, ты можешь? Я сел, нормально, летим. Полиция. Куда летим? Подальше, ну, отсюда, тут пиздец. А сбить нас могут, нет, в теории, или нет? Мы можем сбить, сейчас подожди. О, давай. Вот он, War Thunder, ебать. Сейчас, наведусь, блядь, не поворачивай. Здорово, сука! Попал еще раз. Еще попал. Сука, паркуйся. Паркуйся, сука. Воздушная полиция, остановись у обочины. Не попал. Сейчас перезаряжусь. Тихо. Блядь, не попадаю, потому что ты подруливаешь еще. Сейчас. Просто пока что лети за ним. Сейчас будет. Потому что в самолете все закрыто. Мы тебя догоним, блядь. Давай. Блядь. Сука. Давай. Тихо. Дай наведусь. Блядь. О, попал. Потому что я приятель.
Есть попадание, сука, ты не уйдешь. Блядь! Ну да, ой, блядь, немцы. Где, где, где? Там, слева. Взлетай, взлетай, блядь. Блядь, у меня нету ган. Дай. Я кулаками посмотри. Буду мочить. Давай. Я еще заебашу через стену. Магазины дропнул. Опа. Блядь, там идут. Садись, нам пизда, садись в машину. Ты иду, блядь. Одного убил. Сзади, блядь, сзади нахуй. Ай, тебя. Ты че, вам нормально подходишь? И нахуй, ты не свой. Немец, ёбан. Блядь, это свой был, подожди. Пиздец, это был свой. Ну, не оружие было. Бери ствол, береган. Можно, да? Нормально, 35 патронов. Что, по коням поехали? Это война, сынок. По коням, мужики, мы едем. Давайте запрыгивайте все к нам быстро. В машину, быстро. Чертановка, все в окопах. Быстро сюда, в машину. В машину быстрее доедем. В машину, блядь, говорю. Там их очень много. Нас сейчас будет еще больше, поехали. А у нас уже нет. Посадим у них самолет. Или недалеко от них. На них. Я просто не вижу ничего. Давай. Перевернись чуть-чуть. Я бы так мог обстрелять. Бля, чуть-чуть. Самолет говно. Выходи. Если не заметят, они нас расстреляют. Подними руки вверх на всякий случай. А как? Просто иди подними. На С нажми и surrender нажми. На С, зажми С. Если что, мы на нем же можем улететь. Ну да, но только, блять, он далеко будет, ладно, похуй. Да вон там они, да? Да. Только не беги, не ори. Чё, как план действия, блять? План действия, бля, я не знаю на самом деле. У меня оружие нет. Ой, блять, тихо, идем. Да, идем спокойненько и все. Бля, ну может они меня убьют из-за того, что я черный? Осуждаю, блядь. Я себя тоже осуждаю. Говно сказал какое-то слово. Хорошо. Мы сдаваться пришли, не стреляйте, пожалуйста. Не стреляйте! Мы пришли сдаться. Мы сдаемся. Не стреляйте. Грузишь, Ваня. Не стреляйте. Землю, Швайнер, Руси. Hands your head. Осуждаю. No, please, don't shoot, I don't wanna die. Please. Оружие. Нету ничего. Только магазины для АТТ. Только магазины для АТТ и ничего больше. Рюкзак открывай. Как? Открывай рюкзак. Не, блядь. Сними, выкинь его. А, подожди, сейчас найду его. Он пустой. Что это у нас? Это печенье, сейчас поем. Самолет сейчас покажет. У нас ПВО плохое. Нам русские просто залетают на базу. Куба.
вас ему нет. Отключено на время, потому что у нас летчики летали. А летчик, кстати, полетел к русским сдаваться. Кому нужен СТГ? Кому нужен СТГ? Что? Кому нужен СТГ? Немцы не сдаются, немцы дерутся на глаза. Так, а как там на взлетку пройти? Вот здесь? А, ну пойдем. Ну, вот там сели, получается. Сейчас покажу. Вон там, в конце. Вот это мастер барахло. А че мы от него отбегаем? Мы от него отбегаем, сейчас просто возьмет и убежит. Стой. Вот, смотрите. Стой, раз. Русиш, стой. Стой. Документы быстро. Я уже их скинул по советский. Его приказу. Быстро дал документы советские. Тебе запрещено их. Я не верю, что вы этом будете прилететь. Эй, слышишь, ты отдай-то ему эту хуйню. О, нихуя, он по-русски заговорил. Документы и паспорт. Пойдем, покажу. Ничего страшного, поплачет. Ну, блядь, ну верни, как ему потом документы показывать? Даже до него же доебут. Ничего страшного. Не, ну ты пойдем. Твои проблемы. Мне для связи. Это корыта, это не летает. Не верю, что вот эта корыта летает. Не верю. Да ты все, сядь и попробуй. Сядь и попробуй на нем прилететь. Ты обратно. Настоящий погоди, транспорт. Погоди. Я считаю, уничтожить. Вау, уничтожить. Видишь, работает. Вышел, старик-то, вышел, вышел. Как лететь, блядь? Он камикадзе. Уничтожен, вот его труп. Класс. Вот его труп. Я, там СТГ я высрал, ребят. А, лошара. Бонус за безумный трюк. Хуйня. А они говорили, не летает корыто. Так.